Всем привет, друзья! Вот и наступил долгожданный 2017 год. Сразу же хочу сказать всем спасибо за письма, за поздравления. Также желаю вам от души всего самого наилучшего. Развиваться, достичь успеха, ставить цели, достигать их, сил и мудрости вам. Но сначала мы вернемся в 2016. В 2016 мы с вами научились собирать машинки, готовить рабочий стол, делать грейвоши, сильверы. Также познакомились и с техникой закраса тени и контура. Делали обзор машинок, обзор педалей, проводов. Научились многому, поняли многое и стали лучше делать. Судя по вашим письмам, все вам понравилось. Вы достигли некоторых успехов. А теперь я предлагаю этот материал закрепить. Закрепить таким способом, чтобы посетить мой мастер-класс. Приехать в город Мелитополь, в нужное место, в нужное время. И я наглядно покажу вам, что я умею, как я это делаю, отвечу на любые вопросы. Также мы разберем технику нанесения, мы разберем инструменты, а именно педали, провода, блоки. Покажу, в чем разница роторных машинок и индукционных, какая в чем сила, чем что лучше делать и какие иглы лучше использовать. То есть все ваши вопросы будут услышаны и на все ваши вопросы будут получены ответы. Я учился методом проб и ошибок. Я искал много информации, много пробовал, много тратил время. Я предлагаю вам другой путь. Сократить время, максимум приложить усилий и идти по накатанной и все понять. Так намного проще, намного экономней и намного быстрее все получится. Для наглядного примера покажу вам. Нашел старую некачественную работу и прикрепил ее рядом со своей. Вот мой теперешний уровень работ. Здесь расстояние, если действовать методом проб и ошибок, лет 5-6. Я предлагаю вам сократить это расстояние. Я предлагаю вам дать базу нанесения, базу знаний, где купить, что купить, и онлайн-консультацию по поводу, как работать с этим всем, в чем могут быть проблемы или причины вашего неумения в том или ином действии. Для своего мастер-класса я нашел нужное для вас место, место для творчества. Место, где вам будет уютно, хорошо, где вы вдохновитесь работами художников, а также возьмете для себя лучшее. Именно здесь будет проходить мой мастер-класс по художественной татуировке. Именно в этом месте вы научитесь тому, что могу я. И именно здесь вы сможете задать любые свои вопросы, посмотреть, чем я работаю, какой техникой и всему этому научиться. Так вот, мастер-класс состоится в городе Мелитополь 10 февраля в 10:00. Зову каждого, кто хочет научиться новому, кто хочет понять технику, кого радуют мои работы, кто хочет научиться, кто хочет стать лучше, успешней. Всем добро пожаловать. Я жду тебя. Справа на экране мои фото, мои теперешние работы, так как я могу делать сейчас. Большинство из вас, начинающих мастеров, делают так, как на левой стороне. Я предлагаю сократить путь. Приди на мастер-класс и пойми все нюансы. За всеми подробностями пишите ВКонтакте. Ссылка вот здесь и в описании ниже. Пиши ВКонтакте, стань лучше, запишись на мастер-класс. Всем спасибо, с вами был Димон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делайте репост. Приходите на мастер-класс, всех жду. Обнял. Кстати, скажу по секрету, что работы слева тоже мои.